Ад засушлівага надвор'я сёлета пацярпелі і іншыя культуры. Да прыкладу, ураджайнасць зялёнага гарошку на палях прадпрыемства КСУ «Брылёва» знізілася на 20% у параўнанні з мінулагоднім паказчыкам. Аднак здавацца тут намеру не маюць. Барацьба за ураджай будзе весціся да апошняга стручка. На коммунальном сельскохозяйственном унитарном предприятии «Брылёва» зеленый горошек выращивают с 2008 года. Починали с нескольких десятков гектаров, сегодня вышли на максимум, який отповедает пропускной здольности цеха консервования. Агульная посевная площадь 154 гектара. З их господарка что год отрымливая каля 1000 тонн зеленого горошку. Стараемся, чтобы горошек попал на переработку в том состоянии, которым максимально технологичным, это когда он еще относительно молодой, что в банке при закатке на консервацию он соответствовал всем требованиям потребителя. Хозяйство пользуется наиболее урожайными сортами, которые есть вообще на европейском рынке. Мы покупаем самые лучшие горохи, и за счет этого мы более-менее держимся на хорошем уровне на протяжении последних лет, независимо от климатических условий. Сёлетний ураджайны с горошку КСУ «Брылёва» каля 60 центнеров с гектара. Штодня с поля у цех поставляется до 30 тонн сыровины. Спекотный аппарат завершается только на проконце жнивня. Рабочий день начинается с 6 утра. Работа, в принципе, несложная, но нужно смотреть, чтобы не было потерь. Правильный был срыв горошка со стеблей, чтобы не было в бункере растительных остатков. За 10 годов вырощивания этой культуры у господарцы до дробези отпрацавали процесс уборки и нарыхтовки. С поля зеленых горошек доставляется на консервовый завод. Там мытье, инспекция, бланширование, расфасовка, услойки и закатка. В прошлом году мы выпустили 3 миллиона 500 условных банок консервной продукции. В этом году планируем не меньше 3 миллиона 600 условных банок консервной продукции. Помимо того, еще и заморозить. У нас работает цех здесь же по замораживанию зеленого горошка. Где-то 40-50 тонн мы еще будем выморозить. Увесь технологичный ланцужок не превышает 2 годин. Уборка и закатка ведутся одночасово у 2 смены. На допомогу предприемству накированы студентские працовные отрады. Будущие специальности юнаков и девчат не связаны со спецификой этой летней працы, однако многие вертаются сюда снова. С данным предприятием мы сотрудничаем уже не первый год. Есть ребята, которые работают 3-й год подряд, 4-й. Работают на данном предприятии 2 отряда по 25 человек. Филологи, психологи, математики изъявляют желание работать на данном предприятии, подработать. У адрознення спелого гороху зеленый горошек лічыцца гароднінай, а не зернебабовой культурой. А кроме великой колькости сбалансованного белка и легко засваяльных углеводов, консервовый горошек утрымлівае шмат калію, фосфору, железа, а так само витаминов. Евгения Кухаронок, Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» с Гомельского района.